Это обзоры от Mob.ua и я Трэш. Сегодняшнюю рубрику можно отнести к рейтингу PG-18. Игры, в которые будет играть только серийный убийца своего времени. Итак, представляю твоему вниманию пытку для мозга. Крокодильчик Свампи 2. Ужасающе! Няшную аркаду Жнец и Аски. Веселую аркаду Гигантский валун смерти. Крокодильчик Свампи 2, хотя в оригинале она должна звучать как «Где моя вода 2», это вторая часть о зеленом друге, живущем в канализации, которому отключили воду уже во второй раз. Лично мне отключали ее раз 100, но про меня игру так никто и не сделал. Это потому что я белый. От второй части ничего нового ждать не стоит. Как и раньше, проведением свайпов по экрану ты прорываешь путь для воды, по ходу собирая утят для идеального завершения уровня. Только теперь есть три крокодила на выбор, каждому из которых вода необходима для личных нужд. Кому еду промыть, кому душ принять, а кому на паровом инструменте сыграть. Ну и бред. В общем, от этих разных потребностей и возникает несколько новых элементов геймплея. Вроде превращения воды в пар или кислоту. Короче, попробуешь сам. А мы пока рассмотрим красочную аркаду под названием Жнец. Среди братьев по жанру ее выделяет невероятная простота и красота. Приятная мультипликационная графика, яркие, хотя и стилизированные персонажи прямо-таки навевают воспоминания о старичках типа Марио и Соника. Под нашим управлением малыш Жнец будет элегантно шинковать врагов, собирая монетки и золотые бобы, за которые мы будем прокачивать нашего героя и покупать ему новое снаряжение. Ведь тут присутствует еще RPG-составляющая, которая также радует своей простотой и лаконичностью. И напоследок, представляю твоему вниманию милую и в то же время жестокую аркаду «Гигантский валун смерти». Вы выступаете, можно сказать, в роли кары божьей, снизошедшей на ничтожных людишек с горы в виде огромного валуна. Прям жаль, что в жизни не так. Наклоняя свое устройство, ты будешь задавать направление шару смерти, а свайпами по экрану давать толчок для прыжка. В игре красочная графика и великолепная стилизация, которая замечательно дополняет угарные звуки и саундтрек. В общем, с этими тремя играми тебе скучать не придется, и ты получишь свою дозу удовольствия и антистресса. А это так необходимо в наше-то время. В общем, качай и наслаждайся. А если тебе понравился обзор, то ставь палец вверх и подписывайся на наш канал. Впереди много интересного. Это был обзор от Mob.ua и я Трэш. До новых встреч!